Всем привет, ребята! Приветствую вас, друзья! Собственно, вы на каналах Пещера Баффарда или Let's Hard Games, и с вами я, Миша, он Ваня, и мы сегодня решили поиграть вместе вот в Castle Crushers. Достаточно неожиданно. Да, то есть внезапно проскочило такое предложение, поэтому надеемся, вам понравится, и сейчас мы будем страдать, нагибать и так далее. Да, бочки собирать. Я не знаю. Бочки. Да не, это хилки. Хилки? А, окей, слушай, здесь же игрушки, яблочки. Не-не-не-не-не, квестов нет. А что это тогда за подсказки? Ну это объяснение, типа. Там... А, то есть как бить, как играть и так далее, да? Так, а у тебя какая способность? Ты видел это? А, у меня электричество, все ясно. То есть, так, тут еще... О, вот это ты видел, классно. Смотри, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. То есть такой разряд, вот. Сейчас манна накопится. Так, вот неудобно то, что здесь камера такая, знаешь, не фиксированная. Что-то нормально вроде. Ну, сейчас разберемся, короче, пошли. Так, ну X типа слабая атака, Y серьезная, ну, да, атака. Сильная. В общем, серьезная. X вообще не пробуй нажимать даже. Ну, понял, короче, бьем одними Y-ками. Да. Камень какой-то похитили у нашего короля. В сюжетной линии я вообще не разбирался, думаю, ты тоже не особенно, скажем так, шаришь, или все-таки шаришь? Ну, шарю, в принципе. Тут, по-моему, виллы можно взять. Или нет? А, кого, виллы? А, да. А, смотри. Нет, все-таки взял, да. Просто надо на них было наступить. Короче, только Y-ком херяч. Вот, Y это и бросать, и прыгать на них, так, и вот так в воздухе лупить. Просто все Y. Все Y. Нажми Y и выиграй. Ага, пресс Y to win. Так. Давай, сейчас с напрыгу. Так, бананы отсюда. Ну, бери. Так, пойдем. Да они еще и баб похитили наших. Ну все, это точно нельзя прощать. Сейчас мы заберем их обратно. Тут вроде как-то еще можно бежать и... Атака, то есть... такая рашевая. Но пока ее, по идее, нет. Да-да-да. Так, это уже... Блин, я уже думал, ты второй уровень, оказывается, нет. Нет, еще рано. Это плеер 2. А ну-ка, я сейчас попробую. Давай, ну у тебя это, фаербол такой стоит. Да-да-да. О, так четко, он еще, то есть, загорается противник. У меня электричество обычное. Слушай, они тоже стрелять умеют, вообще охренеть. Да-да-да. Они такие... Один прогиб, и ты погиб. Нормально. Раскидали. Немного можно. Так, деньги, как я понимаю, нужны, чтобы покупать итемы, да? Да. Хилки и прочую ерунду. Ну, полезно. Оружие, по-моему, тут дается по уровню. А, по-моему, и оружие даже покупается. Ну, что-то да можно, я уверен, купить. А, так, да, первый магаз. Ну, не стоит ничего покупать, хилку разве что. Ну, смотри, у тебя 8, да. У меня 6. Ну да, денег не хватит, пойдем дальше. Музыка мне нравится. Да-да-да-да. Так. Так. Это да. У нас... Арена, Blacksmith это кузнец. Нам вряд подожди, 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 подожди. Ой-ой-ой. Так, ну туда. А как выйти? А на... тут, видимо... Подожди, подожди, подожди. Карту. Если я так сделаю. Ну, можно и тогда. Так, ты уверен, что там Blacksmith? Что такое? А, компас какой-то. Так, тут по идее нагибаторская пушка есть. Нагибаторская. 15 уровень. А, то есть по уровням, вон. Да-да-да. Ну вот эти, которые я брал. 15. Ключ. Господи, рыба. Я хочу себе рыбу. Так, а ну-ка, моя что дает? Моя вообще ни хера не дает. Ты... Я по дамагу взял, которая. А, тут есть. Но уменьшает бег. Ну да. Смотри, мясо кусок. Это успех, я считаю. Ну-ка, вот здесь вот. А, нельзя. Почему нельзя? Смотри, их не дает. А почему не дает? Не знаю, совсем оборзел. О! Я хочу!
красный. А, я знаю, почему тебе не дает. По идее, у тебя DLC нет, вот и не дает. Ах, оно скотина. Вот, вот это вот. А нет, подожди. Вот, вот это самое, ну, для начала, вот, вот эта пушка. Да. Я не любил траву в детстве. Странно. А может быть, видимо, нужно хотя бы уровень поднять один раз? Не знаю, слушай, но... А какой у нас уровень? У нас XP, по-моему, еще не хватает для уровня. То есть мы нулевые, что ли? Ну, нулевой получается. Не, 1-1, видишь, написано с этих... Слева у нас. Но почему не дает, я вот понятия не имею. Да и просто не дает. А, вот, нет, я сменил. Так, а я не могу. Странная магия. Ну ладно, давай тогда потом разберемся с этим делом. Мне кажется, что я не могу вообще никакую пушку взять почему-то. То есть она фаерболы стреляет. Непонятно. Ну ладно, пойдем. Так, больше здесь а ничего тут, нет. А тут, по идее, хомячки у нас, да? А, да, точно. О, я хочу все Angry Birds. А почему мне дало только это? Эй. А, ну ко мне враждебно еще. А я не помню, какой... Барашек, он самый лучший. Ты что? Нет, тут такой демон, но, по-моему, вот это лучше всего. Beholder, да. Ну, это глаз с другими глазами. Это из, это... Настольные игры, в общем, Dungeons and Dragons, а там есть такое существо Beholder. Это малыш Beholder. Так, а что он дает? Так. А, магический буст, отлично. А у меня Knockdown Enemies. Ну, короче, просто бьет. Да. Ну да. Ну все, пошли тогда отсюда. Так. Так, ну, давай сюда тут. Ого, сразу месиво такое. Конечно, ты что, мы ж это, не того самого. Значит, брать херачить. Так, иди. Пошли, пошли, пошли. Смотри, лупил нашего. Вообще. Ты там не теряйся в толпе? Я не теряюсь, я вон наверху, я за собой слежу. Следи за собой, ничтожество. Не-не-не, в том плане, я когда проходил игру, так смешивались просто персонажи. Что может быть, да. То есть я сейчас за осу играю или кто это, не могу понять. Да, ты оса какая-то. Я, в общем, местный красный еврей. Я все деньги собираю себе. Да, кстати, нужно делиться. Да ладно тебе, мы по-братски потом поделимся. Денежку передавать нельзя. А, нет, можно купить оружие, например, одному, да, а второму передать его. О, у меня так, новая комба. Прыжок. Комбо открыл. Не, прыжок это, короче, ты два удара в воздухе делаешь. А, халимая херня. Да? Я тебя да. Им убил в это, на аренке-то. Ага. Убил? Ни разу. Нужно же сделать все красиво, а не убивать. Ты что? Что-то еще, видите, с сугомасками на голове прикольно. Ну, мешками. Ага. Давай, дед. Что ты творишь? Я нихера не вижу. Ну, слушай, ну молот классный. Мне нравится, по дамагу. Че он делал с ним? Я не знаю, извращенцы какие. Давай, ломай ему член, главное завалить, дальше запинаем. Ломай ему член? Ну а чё нет-то? Это свой. Откачивает. А, откачиваем. А можешь попрыгать на нем? Попробуй. Я не уверен, что дадут. Тут же, по-моему, когда умираешь, можно своего откачивать. Да? А, да, это я видел. Ну, видимо, таким же образом откачивается своей. Слышал, мне по лицу. Ща мы ему устроим тут красивую жизнь. Ты, кстати, на крестовине играешь или на стике? На стике. Не, я на крестовину перешел, что там мне больше нравится. Так, это босс у нас, по-моему, да? Да, конечно. Это... Магия стрелять, наверное. Ага. Так, ты смотри, там не попадайся. Так. А, вот они. Бьем. Герач. Смотри, вот сделай как я, вот видишь, я всегда в воздухе. А как ты это сделал? Прыжок и игриком просто бьешь, и там уже, я думаю, разберешься. Ну да, там ближе к телу, посмотрим. А ну-ка, открывай. Открывай ворота, медведь пришел.
Баффард пришел. И со мной уровень какой. Ого, как я так отлетел. Это бомба его, которую он сбрасывает, видишь? Так, слушай, а у меня хп кончается, как бы надо это поаккуратнее, что только быть. А хилки нет? А как же она жрется-то? А, нажми РБ. Все. Ну, нет, да, она сама юзается, в принципе. А, просто один раз РБ надо нажать? Нет, РБ, так, просто я переклацываю, что есть, панельку. Ясно. Да что такое? Вот сейчас у тебя там, по-моему, ничего не стоит. Ну-ка. Не, вот. Лук. Ну вот теперь лук. Отойди, бомбы! Как он меня в воздухе задевает, скотина такая. Дай все чуть-чуть. Ну да, сейчас завалим его уже. Открой ворота! Есть, левел 2. Ага, и вот я левел поднял. Троянский барашка. Ну, кстати, можно и так сказать. Я, правда, не уверен, что греки были баранами, но мы это потом определимся сейчас. А, хп. Тебе нужнее бери. Давай, с прогиба его. Так, тут еще иногда нужно смотреть на пол. Можно лопатой копать. Лопатой откапывать копать. Всякие приколы. А где же нам лопату-то взять? Ну, у меня вроде лопата есть. А-а-а. А у тебя разве нет? Нет, не видел. А ну-ка, смотри. Видишь, у меня лопата? А у тебя нету? Нет, смотри. Наверное, потому что ты игру не прошел, да? Ну, скорее всего. Так, ладно, пойдем тогда. То есть на земле такие крестики должны быть, они не особо-то и заметны, но... А, ну если что, буду вглядываться, стараться, по крайней мере. Ай, херачик. Я тогда не знаю, зачем здесь Икс, ради магии только что. Ну да. Нет, ну можно, в принципе, и слабой бить, но я не вижу смысла. Не, ну она размаш стоит, смотри. То есть это может быть даже комфортно. Кому как, наверное. Так, эту херню сбить нельзя? Ну, вроде нет. Армагеддец местного разлива. Берем. Так. Сейчас, по идее, босс. Сейчас мы ему проход откроем. Слушай, мы же только что одного босса убили, часто будет. Не знаешь? Ну, я не знаю. Ну, тут, в принципе, я бы не сказал, что это босс, это такое, телега. Телега, ну, хп у него как у босса в Dark Souls, знаете ли. Там еще не хватало вот надписи «You die». Так, монету бери. Во, сейчас. А, да, вот сейчас будет босс. Когда девчонок спасаем, тогда и босс. И мы еще будем забавно с того, это я помню, вот это. Да. Ну да, этот чай покруче будет. О! Суицидник проклятый. Хера себе, он дверью. Ой-ой-ой. И это, стик шевели. Да. А, его только в лицо бить, пока по 7 дэмэйдж. Блин, барас. Ой, не в ту сторону. Помогай. Да ты, эй, не бей, ты игриком херячь его. Да ладно тебе, господи. Блин, что, вот... Жёлтый, что? Вот дверь противная, да. Нет, я хотел сказать, что саунд просто в игре шикарный. Саунд, да, но дверь противная. Слушай, а кувыркаться здесь? Ой, блин, надо было тебе яблочко взять. Просто ладно, ты, ладно. Когда двойным прыжком бьешь, ты там наносишь вообще чуть-чуть. Давай. Чуть-чуть наносишь. Тем не вроде. Менее, 6 дамага, хоть что-то. Пани, по 4. Ну, вот, вон ты, яблоко. Да, я вижу, ща я пойду к нему. Ты как там, живой? Ну, как видишь. Ну, я вроде огромно себе держу. Вон бананы и апельсины. А, да. Ты это, оклемайся.
Да что тебе надо от меня, чучело, мяучело? Он что-то пьет там? Он тоже заливается. Ой-ой-ой-ой. Нехорошо получилось. Никакого, блин, сервиса. Дверь. Меня запили. Что тебе, мне нужно, бед. Чего ты ко мне пришел? Откачиваться. Откачай меня. Да, подожди. Где ты там? Да вон, за ним лежу, сверху. А если будешь убитый, то мне не придется тебя поднимать? И моя принцесса будет? Подожди, моя принцесса будет? Слышь ты? Ну и вроде откачал, вроде откачал. О, деньги. Нафиг мне твои принцессы, я десяток всех шлюх куплю. Действительно. Сейчас такая сучка, давайте сражайтесь за меня. Так, вот наглая женщина, так, слышь. Вот, читор. Нет, это не я. Нет, ты. Еще унизь меня, да. Зараза. Немножко зоофилии какой-то. Я даже не знаю, как это назвать. Это я бы назвал, не знаю, как насекомое будет на латыни. Дай подумаю. Я даже думать об этом не хочу, правильно. Так, прокачка. Сначала я. Сила. О, точно, магию. Так, а я, короче, буду... У тебя новая магия открыта. Ну там видишь черточки? А, у меня очень много уровней, ладно. Ну да, вот так. Ну что, наверх, вниз? Давай вправо. Давай, к переправе. А, тут все равно нельзя ничего. Можно уходить, в принципе. А что здесь у нас? Ну, собрать итемы. Собраться, чтобы переправиться, да. Так, ну тогда пошли наверх. Дай. Все, пойдем. Так, продолжаем наше шествие боевое. Ну-ка, подожди. Вроде можно. Окей. Ой, а он на динозаврике, я тоже хочу. Я хочу. Тащи. What the system? Ого, смотри, какая у меня прикольная штука. Лазерами начал стрелять? Какими-то фаерболами маленькими. Да, я понял. Что, нас предал рыцарь, что ли? Да, нет, так это француз. Француз? Герцог местного разлива. Музыка охренительная. Нагибай этого здорово. Ща. Я... За жопу его! На! Такое. А может не надо? Надо, Петя, надо! Короче, иди хилься. На, у меня левел ап. Что там даешь? Иди возьми места кусок. Где? О. Вон, лежит. Деньги мои еще забрал. У меня скилл этот появился, который с прыжка. Ну, не с прыжка, а с бега. Бежишь и потом ешь. Яблоко. А, тебе уже не надо. Слушай, ну дракон им балансен, все. Да, это крутая штука. Ладно, я яблоко не успел взять. О, деньги! А, я еще могу размахивать? Да. Ну, это слабенько, да. Игорь, он круче, конечно. А, он сталкивает сам по себе, смотри. И 10 урона наносит с укуса. Прикольно. А прыгать... Эй, тихо. Нет, прыгать не надо. Так, подожди, там... Не заходи, тут вроде что-то есть. Вон, видишь, музычка. Эй, меня сбили. Ты скотина такая, он с моего дракоша забрал. Слышь, кто из вас моего дракона забрал? Ща, я вам тут устрою армагеддец. Тащи давай. Да я тащу. Свою жопу на драконе. Блин, еду твою забрал. Там вроде как... Там кусок мяса был. Так, вон, бери. Подожди, не заходи. Тут там вроде как вот тут. Там этот, звездюк маленький. А чё? Кто там спит?
А, я понял. Сайвенок херня. Слышь, бараном, верни. Да мне магию мою. А, все есть. Все. Че, идем? Баран всего заберу. Да, пошли. Сайвенок, нафиг не нужен, он унылый, я считаю. Эй, где дракон? Все. Ненавижу вас, хочу дракона. Теперь своими ножками. Своими ушами. Как перекат? О, сову можно бить, вроде, да? Ну, она обострется, да, бей ее. Ты слышишь какие-то? Кошмар. Чего она стреляет? Что мы делаем с совой? Что мы сделали с нашей жизнью? Ой, жесть. А че у тебя хп так мало? Ну, в смысле, сбавляется. Да, нормально. Вот прикинь, он хотел наши деньги взять. Так, а что там сундук? Сундук? Чё-то я не пойму, что-то он не открывается. А, наверное, их надо убить. Тут есть еще такие мудаки, которые бегают, собирают золото. Да, этих я видел. Я вот и говорю, там сверху один пролетел. Дай мне, бананы! Здорово, извиняй. Чё сундук-то не открывается, я не понял. Сейчас мы устроим ему расхерази. Ты только сам не помирай, ладно? Да у меня ж ещё хилка есть. Ну, аккуратнее. Она как раз использовалась. Чё это такое лежит? А, это я молот подобрал, что ли? Такой же. А, оружие там раз... Всё, понял. А чего я его не взял? Не знаю, может его в коллекцию добавил? Да должен был поднять, вроде как. Странно. Мне почему-то кажется, мой персонаж не может. О, давай, блин, херач. Бедняга обосрался. Так. А, кстати, Галимы, не бери его. По-моему, он там с водой связан, типа, в воде быстрее бегаешь. Ну, не быстрее, а нормально бегаешь. Ага, все понял. Не, тогда нахер не надо, действительно. Да у нас так имбовые, можно сказать, эти питомцы. Да, так и да. У меня вообще один из последних. Да, просто не касаясь земли. Знаешь, в Devil May Cry есть такая тема, комнаты, мол, убить всех мобов, не касаясь земли. Где-где? В Devil May Cry. Ну, вообще, в любой. Такие комнаты есть секретные, и там вот как раз есть задание, типа, не касаясь земли. И вот здесь что-то вроде подобного можно сделать, как я понимаю. А тут, по-моему, даже ачивки есть, насколько я помню. Ну, значит, ачивок не знаю, я их как бы не изучал. О, чё за мразь. Прикинь. По-моему, оружие можно выбить. Давай, тогда. А, да, палки вот эти. Угу. Давай, пофармим. Я, кстати, не знаю, как того достать, видишь, сидит. Да, хитрая зараза. Может, выстрелом или типа того? Мне кажется, вообще питомец. Питомец? А, слушай, а может, как-то вот там вот можно пройти и... Нет. Это было бы очень легко. Ну, наверное, да. Может, дальше надо будет пройти? О, оружие. Чё ты взял? Не знаю. Ничего вообще не показал. Странно. Должно быть оружие, по идее. А может быть, как-то тут? Я вот тоже думал над этим, потому что он задерживается. Чё взял? А кто что взял? Понятия не имею. Ладно, пойдем. Может, я здесь? Не. Ой! Он срать не будет? Ну, какой-то социальный бургер здесь, я просто не знаю. У всех проблемы. Явно. Что это было? Не знаю, но деньги. О, шакала лови! Скотина такая, деньги наши хотел забрать. Еще живой скотин. Я еще в спину ему. Он слышишь? Стирает шмотки. Может быть, это женщина? Ну, кстати, знаешь, ведь в некоторых вселенных вот таких вот. Существ изображали в виде женщин. Ты же первый DS проходил? Кого? Dark Souls первый.
Ну, естественно. Знаешь там этого мясника, который такой стоит в фартуке и с мешком на голове? А, да-да-да. Это официально признано женщиной. А, да, точно, есть такая тема. То есть разработчики не раз признавали, что это женщина. Я просто думаю, насколько же... Не-не-не-не. Бери. И еще бочка. А, это нельзя. Ну тогда я денежку пошел заберу. Все, пошли. И вот, собственно, ну вдруг они тоже женщины. Так, сундук. О! Ну он, по-моему, не особо сложный. По-моему, нужно его, я короче, херячить. Сейчас. Его херячить, потому что он будет все больше. Еду бери, говорю. Сейчас. Давай. Слушай, ну он такой, это, обидчивый дядька. Судя по всему. По-моему, его лупишь, и с него вылетают эти мобы. Да, есть мобы. Такая инфа. Но с них деньги падают. Монеты попускаем. Какой ты, блин, обидчивый. Серьезно, дядя? Ну, он... Смотри, у него рук нет, он не дамажит по нам. Только мелкие его дамажат. Надо было тебе яблочко взять. Да ладно. Все. Погорел парень. Ой-ой-ой, сейчас, по-моему... Запрыгивать! Запрыгивать! Нет? Куда? А, на животных-то? Не-не-не. Да-да-да, сейчас будем... Сейчас увидишь прикол. Я знаю, что здесь вот на воде, кажется. Уровень. На какой воде? Или нет? Сейчас будет жесть. Ой, да, вот это я знаю, вот это реально сейчас будет жесть. Так. Они... А, он срутся, срутся он уже. А, тут прыгать да... Давай, медь! Не забегай сильно вперед. Я понял, да. Ну, если рядом с ним надо идти. Я сразу вспоминаю Battletoads. Да-да-да-да, есть такое. Ну там хоть предупреждение было, что где-то... Ну да. Есть препятствия, а тут-то нету. Тут свои... Аккуратнее! Тут же разные проходы есть. Беги по центру рядом со мной. Сейчас внизу, по-моему, да. Да. Реально, лучше рядом с ним где-то. Да, по центру. Ну заранее там свет светит, можно. Прыгать в любом случае надо, даже если на другой стороне идешь. Вниз. Наверх. Ну что ты? Да по ХП еще нормально. Вниз. Центра пробегаем. По-моему, знаешь, животных все меньше и меньше становится. Да нет. Четыре штуки, типа на четыре персонажа. Вроде как. Нет, это же мелкие еще твари были. Ну я их не вижу. Ну были в самом начале. Да, в самом начале были, да. И сейчас все под воду. А, да, вот сейчас, по-моему, на воде. В воде не люблю эту херню. Тут надо, в общем, прыгать на бревна. Ага. И держаться на них. Ой, слушай, дракошу лучше брать. А, не могу. Не успел. Дракошу, либо вот живность какую-нибудь. Еще акулы. Ну, либо на трупе. Я тебя спас. Или нет? Спасибо, спасибо. Спас. Бери еду. На труп, на труп, на труп, на труп. Вот. Ну да, самому главное не спрыгнуть с него. Ты это, вампиров отгоняй. Ой, какая-то рыба нехорошая. Да, вот ее и надо. Или это жаба, или что? Я не знаю, но оно нехорошее. Ай, блин, нет. блин. Извиняюсь. Да дайте хоть куда-то запрыгнуть, есть. Вот ты, тебе хоть куда-то, а мне вообще тоже того самого, ну ты понял. Ты противный, ну-ка. Дерьмо. Все, избавить. Твою мать. Там еще стрелки эти, ворошиловские, ё-моё. Так. Блин, яблочко! Что ж так? Ты, ты на драконе! Спасите! Да. Я, в общем, вперед забегаю, это нехорошо. Так, я помру. Зря. Я, кстати, тоже могу. Еды нет? Нет. Все. Нет, ну, в принципе, деньги есть, можно в любой момент скупиться. Ваня, живи! А ты что, вообще, да? То есть, да, не откачать вот, даже? Да, тут
нельзя откачивать. Все, камень. А, чё тут у нас? 4 можешь прокачать. В силу пойдешь. Так, это у нас скорость. ХП. Ну, у меня все просто. У меня туда и туда чуток.